Всем привет! Вот и подошел очередной розыгрыш парфюмерии. Сейчас будем выбирать случайного подписчика. Это интернет-магазин cosmeticstore.ru. Итак, напомню правила. Каждый, кто заходит на наш сайт, встречается вот с таким вот окошечком. Оставляя вашу электронную почту, вы попадаете в список участников розыгрыша, который проводим каждый месяц. Случайным образом, с помощью вот такой вот несложной программы, выбираем победителя. Вот, и вручаем ему один парфюм на выбор, который он пожелает. Вот, прежде чем начать розыгрыш, хочу напомнить, что у нас появился закрытый канал в Вайбере. В прошлом месяце я говорил про WhatsApp, немножечко ошибся, у нас там технические неполадки возникли. Канал у нас находится в Вайбере, туда выкладываются все новинки, акции для участников канала. Вот, подробная информация о каких-то новых товарах, описание к ним, видео к ним. Вот, не поленитесь, вступайте, будет интересно, получите море положительных эмоций и узнаете много интересных вещей. Ссылку на канал, ну, можно либо, в принципе, перейти на наш сайт cosmeticstore.ru и кликнуть на этот баннер и попасть на этот канал. Либо ссылку оставлю под видео, если вы смотрите на YouTube это видео, то ссылку оставлю под видео. Вот, где комментарии, ну, чуть ниже видео, там ее найдете. Вот, переходим к розыгрышу. Значит, с помощью вот этой программы мы будем выбирать счастливчика. В этом месяце у нас накопилось так, ну, как обычно, не от одного, а от двух будем считать. Так, email, потому что первый пункт у нас email, это у нас не считается. Со второго email, с номера 2 до номера... До номера 779. Вот. Итак. С номера 2 до номера 779. Из этого диапазона мы выберем одно случайное число. Число, которое получится, мы его применяем. Вот здесь находим. И тот человек, чье число выпадет вот по списку, тот и станет победителем. Все просто, все как обычно. Так, значит, погнали. Барабанная дробь здесь должна быть, но ее не будет. Нажимаю кнопку «Сгенерировать». 3 пятерочки. Ага, волшебное число. Так, тоже у нас 3 пятерочки. 5-5-5-5. Вот, электронный ящик под номером 3 пятерки. Это will338@mail.ru. Поздравляем этого человека. Парень, девушка, не знаю. В общем, поздравим этого человека с победой. Он в этом месяце стал победителем. И сейчас ему придет письмо с тем, что он выиграл в этом конкурсе. В розыгрыше августа. А всем до новых встреч. Не опускайте нос, если вам не повезло. В следующем месяце, может, и вам повезет. Потому что ваши электронные почты никуда не деваются. Они копятся и копятся. То есть, если вы даже зарегистрировались в августе, а мы спокойно, преспокойно можете выиграть в декабре. Вот. Все, всем всего хорошего. До новых встреч.